этого нам необходимо перерезать красную ленту, согласно давно сложившимся традициям. А, отличная идея. И пригласить на сцену для торжественного открытия праздника последнего звонка директора гимназии Воробьева Ивана Юрьевича. Это всегда волнительный момент, момент волнительный для вас, для ваших родителей. Но в первую очередь давайте поблагодарим администрацию Центра культуры «Досуг Мечта» за гостеприимство. Давайте поблагодарим. Сложно смотреть на вас, когда вы выросли. Я помню вас еще маленькими. И пожелать, конечно, хочется многого. Многого. Но так как вы тоже переживаете, и родители переживают, хочу вас поздравить. Вы все огромные молодцы. Вы простояли в школе 11 лет. Вдумайте, 11 лет. Это большая часть вашей жизни. И дальше вы пойдете по разным путям. Но мне бы хотелось, чтобы вы выбрали тот путь, тот, который вам в дальнейшем пригодится. Не останавливайтесь, мечтайте, идите к своей мечте, и все обязательно получится. Впереди у вас, знаете, что не буду говорить. Я хочу, чтобы вы стали на те баллы, которые вам нужны. Учителя вкладывали в вас каждый день все, что могли. Иногда мы ругались, но я думаю, что все обязательно получится. А сегодня ваш праздник. Давайте еще раз. Сегодня ваш праздник. Давайте поаплодируем. Желаю вам массу эмоций, чтобы этот день запомнился вам на всю жизнь. Потому что в выпускной школе только раз в жизни. Чтобы он у вас сегодняшний день побирал до мурашек. Чтобы все у вас сегодня было супер. Ребят, от всей души я вас всех поздравляю.